когда я узнал о своем статусе, ну, вы знаете, для меня это было, конечно, удар. Большой удар, потому что об этой болезни я слышал только плохое. Подумал, что и для меня все закончилось. Какое-то время не пил лекарства, вот, употреблял наркотики. Ну, в общем, решил, что мои дни сочтены. Какое-то время я просто уже по этой наклонности начал катиться до самого низа. Благодаря просвету, благодаря соцработникам. Вот. Хочу начать новую жизнь, вот, найти нормальную работу и все-таки создать семью. Закончить курсы на компьютер, чтобы не боялись сдавать анализы на ВИЧ. В нашем государстве это доступно. Также хотелось бы сказать всем тем, кто имеет статус, принимать антивирусную терапию. Если уже, как говорится, случилось, то нужно с этим как-то бороться, нужно брать это на контроль.